хлынул, посетив ботанический сад Никитинский, вот, и купавшись на никитинских пляжах хваленых, мы спустились к ним на машине, а сейчас возвращаемся обратно, поднимаемся на ней же, это тяжеловато. Вот, мы выдвигаемся в сторону пещер на горе Айпетри. Дальше, соответственно, заедем на саму Айпетри, а дальше поедем на Большой Крымский каньон знаменитый. Вот, но я думаю, что каньон мы сегодня уже по-любому не посетим. Вот это в тем районе мы заночуем, в тех краях. И, соответственно, посещать будем его уже завтра. Да, виды, конечно, красивые. Вот мы проезжаем Массандру, подъезжаем к Ялте. В общем, красота. Горы, горы, горы. Здорово. Красивая горная дорога, ведущая на Айпетри. Но похоже, что где-то она тут перекрыта, потому что мы нашли несколько объявлений, что вроде как она закрыта для проезда. Не знаю, сейчас будем разбираться, как там туда подняться. Да что-то второй-то не помню в дороге. Только канатная дорога осталась, что ли? Вообще жесть какая-то. Тут вот сейчас будут видовые всякие площадочки должны быть, как бы открываться. Красивые беседочки, там уже стоят люди со всякими соколами, кренолами и прочими. А вот кладбище. Ритуальные услуги, пожалуйста. Можно быть похороненным на горе Айпетри, оказывается, смотри. Да, тут у нас есть кладбище. На кладбище можно проехать, прикольно, еще дальше. Да, красивая дорожка. Мне она всегда нравилась. Реально живописная, смотрите, какая это. Зеленые деревья, да, такие большие. Равинный участок Куйбышева. Ну да, сейчас посмотрим. Что-то, да как дальше. Я не понимаю, что должно случиться, чтобы они перекрыли дорогу надолго. Тем более летом. Странно это. Красиво. Понятно, что на обвал мы убрали камень, если обвал. Асфальт, ну, разбитый, ну, так это, чтобы вот дорогу передвигать, у них тут вообще асфальт. Одно название, а не асфальт. Ну, вот мы поднялись уже значительно дальше у Чансу, несмотря на то, что там было написано, что дорога, типа, только до Чансу, водопада открыта. В общем, полная эта фигня, похоже, что не может не радовать. Вот такие вот реликтовые деревья тут у нас попадаются. Красота, да и только. Красотища, лепотища. Поселочные дорожки, на которые теоретически можно попытаться отъехать, даже встать с палатки. Не знаю, правда, запрещено, это разрешено, скорее всего, запрещено, естественно. Ну, вот, мы поглядим, поживем. Красота, да и только. Повороты, изгибы, прочее красотища. Да, реликтовые деревья, зеленый туннель. Вот посмотрим, может быть, здесь она закрыта. Озеро. Отдыха у озера. Сюда приводят толпу туристов. Не совсем понятно зачем. Озеро грязное. Ну, ладно. Ну вот, внизу было 28 градусов. 27-28. А здесь уже 19. Высота перевалила за 700 метров. Она где-то 800 уже. Ну, на низубцы Айпетри. На них открывается здесь вид. Вот на них люди ходят ножками. Видимо. А мы все дальше по таким вот очень красивым местам. Смотри, какая сосна тоже с плоской макушкой, да, от ветра, видимо, защищающая ее. Да, это же вообще, вот вообще, смотрите, вот какой поворот, блин. Опа, 180 градусов. Красота. Блоки бетонные, непонятные. Это были
давно и неправда. Тут должен быть вид все-таки открываться красивый. Должна быть беседка. Площадка сейчас. Можно остановиться. Будет достаточно красиво. Посмотрим, что будет дальше. Однозначно появилась касса. Блин. Я так и думал. А это, видимо, бесплатный проход. Надо посмотреть вид. Охренеть. Какие беседки сделали платные. А где беседка-то? Беседка там, она платная. Там касса. Охренеть. Беседка там, да, какая-то? Ага. Там есть касса. Кассу я сразу заметил. Я вот честно охренел. 10 лет назад был, ничего не было. Никаких касс. А теперь да, я понял. Удовольствие не бесплатно быть не может. Да, красота. Это кто-то хотя бы забор посносил. Они еще сделали забор, чтобы люди не смотрели, если туда платили. Тому спасибо, кто забор снес. Мы в прошлом году подъемником поднялись, а потом пешком спустились с дороги. 5 часов. Да, это серьезно. Но наоборот, знаешь, это есть что вспомнить. Вот согласен. По-любому, красиво. Ой, красота. Вот. Спасибо тем умным, доброжелательным людям, которые снесли здесь ограждение. Потому что иначе бы мы пошли в кассу платить деньги. Непонятно за что. Море. Видишь, видно море, Ялту, горы и сосны. Красота. Вот это вот называется бизнес по-крымски. Был красивый вид, они его облагородили. Вот это называется улучшить достопримечательность. А все зачем? Внимание, там появилась касса. Это прелесть. Это просто прелесть. Да. Слов нет, одни буквы, те нецензурные. Вот любому европейцу это надо показать. Как можно улучшить достопримечательность? Конечно, возведя вот такой забор. Не хватает еще колючей проволоки. Ведь должны же все платить. Ох, жесть какая. Ладно. Ну, хотя бы через дырочку мы полюбуемся красотами. Понятно. Мило. Я думаю, мы откажемся от этого мероприятия. Вот такие вот красивые камушки тут. Вам просто беседка такая, ну, у тебя стоит как бы на обрыве, и все. То, что мы не увидели. Честно, я просто не хочу платить, способствовать вот этому забору, его улучшению и укреплению. Просто принципиально. Просто я не знаю, как назвать. Я думаю, что вы сами все понимаете. Особенно те, кто здесь уже бывал пораньше. Под словом, облагородить территорию, эти ребята что-то новое понимают. Ня. Ну, здесь красивые сосенки, мощные, да, мощные деревья, мощные сосны, красота. Просто лепота. Какие шишки-то, Юрка? Да, набери сувенирчиков бабушке. Так, бери целое, ты что ты берешь покоцанное? У нас что это, погрызанное-то? Бери вон красивые целые шишечки. Привези несколько штук. Знаешь, на елку надо украшать, если будем делать новогоднюю красиво. Да, вот такие вот реликтовые сосны здесь растут. Так машина тут поворачивает вниз было. Такое вот интересное шоссе. Вот еще остановились на подъемчике. Вот какой тут растет бук, насколько я понимаю. Большой, красивый. Вот с такими вот цветистыми корнями. Тут у нас открывается, о ужас, о ужас крымских коммерсантов. Не перекрытый забором вид на Ялту. Это неправильно.
Здесь должен быть двухметровый забор. Вот показываю всем крымским коммерсантам их недоработку. Здесь должен стоять двухметровый забор. Здесь открывается красивый вид. За это надо брать деньги. Жесть. Море. Вот еще более офигительный вид открывающегося шоссе при подъеме на Айпетри. Видно и Ялту, и Алушту, наверное. Не, Алушту вряд ли. Ялту, Алупку, или что там внизу под нами. Ну, в общем, конечно, очень красиво. Обалденно красивое видо. Гора Медведь. Какая? Вон прямо. Вот это прямо, да? Ясно. Лежащий. Сидящий медведь. Лежащий. Головой вниз. А головой вниз, понятно. Красиво. Прикусили вкусным кафе с кабальчиком. Очень вкусно готовят. Сюда бы баранины кости. Вот такое кафе, всем рекомендую, с баранчиком. В смысле, с баранчиком. С бараниной, очень вкусно. И с кабанчиком на входе. Вот такие домики, которые сдаются зимой под горнолыжные всякие приключения, которые здесь проводят. А вот виды сумасшедшей красоты. Да. А вон зубцы Айпетри. Тут смотровую площадку эту основали в честь создателя дороги этой, серпантина. Которому мы сюда поднимались. Очень живописно. О, высота. Ялта. Это вот какие-то военные. Зубцы Айпетри. Вот так.
О, фига себе. Ты какой-то мутант воробушек. Да, с каким-то таким красненьким хвостиком. Горный воробушек. В общем. Чики-чики-чик-чирики. Шустрый воробушек. Сейчас замерю высоту на смотровой площадке. Самому интересно, что получится. 1151 метр. Ну, говорят, что это все-таки 1200 где-то должно быть. Ну, типа у меня альтиметр врет, либо 1200 там. Есть такие темные пятна, это тучи. Тени от туч. А это вот какой-то там меридиан, что ли? Основной репре крымских водных изысканий. Репр. ГУЗ-ЗУ установлен в 1913 году. Что такое? метров. Вот типа здесь. Давай проверим. Правду говорят? Не, врут. Всего 1160. Ну, скорее это нет. Ну, в общем, да, может быть. Он какой-то не очень точный. Вот, вот там вот может быть 1169 метров. Там явно выше, чем здесь. Все-таки надо это оценивать здраво. Сейчас увидим. Идемте туда. Ну что, замерим высоту? Здесь же явно выше. 1179. Может быть, там. Вот я тоже об этом подумал. Там зубцы. Видишь, похоже, что до зубцов можно доехать на машине. Вот там на машинах катаются. Так что поехали на них, на зубцах. Чё? Вполне можно прожить на подножном корму. Вон какие грибочки. Тут канатная дорога, вид сверху. Ну, треугольное, хренное на здание. Отсюда можно на канатной дороге спуститься вниз. Шерстяные шубки. Это вот маслюра. Для домового яблока. Вы вот примерьте, девушка. Стойте от колени. Вам красный там? Вот они типа зубцы Ай-Петри. А вот типа сюда приходит канатная дорога. Ну, мы поедем в машине. О, красота. Да, вот фуникулёр, едущий вниз. Высоко. Высота. Хорошая скорость, да?
Я сейчас играю в игрушки. О, какие ослы со шляпами. Буду мохнатый. Осы. Развлечение на любой вкус. В общем, слегка съехав с основной тропы, то бишь, с основного шоссе Бахчисарайского, да, уже после, соответственно, мы ехали с Айпетри, мы проехали Большой каньон, да, мы обнаружили съезд, а тут обнаружили, ну, просто заброшенный кемпинг, я бы сказал. Тут и место для костра, и столики в немеренных количествах. И, в общем, даже туалет есть там, где-то недалеко построенный. Ну, мы решили, что встать здесь не самая плохая идея. Мы одни в большом кемпинге, и это здорово. Я глубоко сомневаюсь, что природоохранники при всем желании смогут нам чего-то предъявить, ибо это кемпинг. Он уже был построен явно до нас. То, что мы съехали, ну тут, блин, знаков не съезжать нету. Так что, в общем, спокойненько встаем, спокойненько ночуем. Минусов шоссе рядом, но тут светлая поляна. Можно, конечно, было заехать туда, но там везде темень. Что-то стоит в свете все-таки. Ну, опять же, поближе к дороге, поменьше диких животных. Все-таки здешние кабаны и медведи имеют место быть, и никто их не отменял. Поближе к дороге, поменьше шансов встретиться. Вот так. Встали на ночь. Во! Вот это вот летучая мышь, она летает. Ой. Да она людей-то кусает. Да нет, конечно. А? Нет, людей она не трогает. Она питается насекомыми. Так что она помогает от комаров. Да, вот не знаю, поймаю на камеру или нет, удастся ли это увидеть. Вот они летают, тут летучие мыши вовсю. Обалдеть, конечно. Смотрится все это. О, а если на этот шот? Даже с инфракрасной подсветкой, боюсь, с камерой мне ее не поймать. А, нас боятся? Да, вон это очень низко. Ну это пещерная, да, какая-то? Пещер тут и в самом деле много. О! Прям от того прилетело. Прям от тебя на в голову, да. Она у тебя в волосах. Думаешь, что я лихорадочно, истерично начну рвать волосы на своей голове? Искать. Вот так вот? Как-то так. О, три летает. Одна за другой, смотрите. Одна за другой летит. Не знаю, что они там пристают друг к дружке. Может, у них этот брачный танец? Ну. Слушай, ну на людей они точно не нападают? Нет. На людей нападают кабаны. А это вот, видишь, то, что мы слышали. Вот. Что-то упало. Там яблоко или грецкий орех. Куча мышь. Да. Ну, куча мышь может спровоцировать, задевая ветку падания этих яблок. Да, летучих мышей очень много. Просто тут все. Летами в летучих мышах. Удивительно. В общем, действительно, 300 пещер тут в районе. А тут, может быть, и еще есть. 300 известных пещер, еще сколько неизвестно. Так что, в общем, понятное дело, что летучих мышей здесь будет тьма. Я просто не все. Значит, кто-то летал тут у нас. Скорее всего, птицы. Садились на палатку. Сейчас мы добавим все. Такой вот кемпинг. Пораньше его видно получше, да? Какие-то строения вот такие со столиками там, туалетами и прочим. О, трясогузки. Скачут. Они нас будили. Что-то ну такое с красной грудкой прыгало. Неужто снегирь?
Ну, какое чудо. Угу. Вот это вот они нас опугали такие, охуенные. Вон, смотри, вот это вот оно. Вот это вот оно нас пугало всю ночь-то. Оно садилось на палатку и скакало тут, где оно. О, вон оно, вон оно. Смотри, какое смелое. Видишь? Вижу. Это синичка. Вот та она нас будила, да. Та она на палатке наверху сидела? Да. Такая вот отважная синичка тут. Тыгадынская. Тыгадын, тыгадын, тыгадын. Надо булочку дать. Надо. Дело хорошее. Ну тут много таких. Скачет. Ну тут целая банда. Синичья. Еще есть вожак с красной группой. Ну вот. Яйца, бутерброды, кофе. Все, что надо. Полный джентльменский набор. Будем завтракать. Да, Юра повар. Да, это действительно грецкий орех. Вот они торчат, я их отсюда вижу. Угу. Да, вот они грецкие орехи. Видишь, на веточке, на кончике? Да. Вот это вот грецкие орехи и есть. Мы спали под грецким орехом. Вот палатка, вот грецкий орех. Мы под ним спали. У нас периодически падали то грецкие орехи, то яблоки. Вот. Нам казалось, что это кабаны ломятся через темный лес нас затоптать и порвать на мелкие кусочки. Вот. Охренеть, тут еще и белки скачут. Тут белка. Обалдеть просто. Угу. Офигеть. Мы думаем, что грецкие орехи так падают? Да вот почему. Тут еще стада белок пропрыгивают. Живности много. Синички, птички различные, летучие мыши, белки. И кого мы только не увидели тут. В общем, да, интересно в горах. Так, тыгадынская лошадь. Мы привыкли в Пухкине Павловске снимать, а тут вот те белки по грецким орехам скачут. Здешние белки едят грецкие орехи. Мы видели, как она его сорвала и положила. Он сейчас лежит, да. Вот, не вижу только его. Ага, во, вижу. Вот она. Да, вот она белка. А вот грецкий орех, который она сорвала. И положила. Вот так вот. Дальше неохота поскакала. Да. Она охотится с грецкими орехами. Их собирает. Вот так вот. Запасливая белочка. Пуфиком птица. О, еще какая-то странная птица. Типа местный воробей, но с оранжевым пузиком. Мы решили, что это снегирь, потому что здесь прохладно. Но я думаю, что вряд ли. Это, конечно, снегирь. О, вот он, да. Действительно, вот оно видно, оранжевое пузико. Красавчик. Ой, ох, скачет. Оранжевый. Оранжевая грудка у него, не пузика, а именно грудка. Что за птичка такая, непонятно. Но вот она тут тоже скачет. В общем, у нас тут не завтрак, а какой-то этот поход. Зоопарк. В зоопарк, да. Вот да, ты хотела зоопарк, вот тебе зоопарк. Главное, чтобы кабаны не пришли. А там бизонов обещали, верблюдов. Верблюдов ты уже видела вчера. И осликов, лошадок. Да, бизонов в пещере видела больших. Сайгаков обещали. Скажи, сайгаков, ты тоже скелет видел в пещере мамонтов? Ну, о чем и речь, так что все ты видела. Вот теперь осталось одно. А, кабана, кстати, ты тоже уже видела в кафе. Так что все нормально, ты уже всех повидала, белок вот тебе. Вчера долго гадал, почему орехи вот такие вот, с дырочкой, погрызенные и с дырочкой. Так вот, это белка шастая. И здесь белка постаралась. И здесь. О, как она его погрызла. Это поди уронила, пока грызла. В общем, хватает тут погрызенных беличьих орехов. Вот такие пироги.
Ребенка. Ребенка грызет орешек. Вот так вот. И села и грызет. Такое вот чудо. Хвостатая, пушистая. Удивительно красивая парковочка. Куча животных. Какая белка охотница, да, грецких орешков-то. О, как кушает. Ух ты, бля. Угу, прикольно. Мам, иди сюда. Не напугай только. Летает и покушается на ее орешек синичка. Круто. Ёлки-моталки. Белку. В общем, мы подверглись нападению стаи белок. Нет, вот она прямо, вот она там, вот она. Где? Где? Да вон она там. Вон она. Вон она. А, он по ветке скачет, да? Угу. Она, наверное, к тому ореху. Угу. Ну, у них тут, видишь, орешник. Святое место. Любят белки орехи. В общем, белок тут много. Где-то здесь этот дятел только что урвал кусок еды. И улетел. Но он пугливый. Большой и пугливый. Не знаю, куда он удрал. Будем искать дятла. Ну, это дятел в кавычках, конечно. О, вон он. О, что это? Ну, вот это дятел. Дятел. Гы. О, какой большой. Что за птичка, непонятно. Вон. О, вон белочка опять грызет орешек. Не вижу. Теперь еще две. Да, теперь их уже две стало. Они пучкуются. А вон вторая наверху. Не вижу. Прям под нами. О, упала. Белка? Не, не белка. Скорлупка. Понятно. Да, скорлупки она бросает тоже. Да, вон одна белка. А вон вторая белка. Вот она, вторая белка. Да, обалдеть. Одна и вторая. Вот так. Такие вот они грызуны. Хвостатые. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, у них скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Вот так за чудо. Ой, какая девочка. Роскошная. Позировала нам просто во всех позах. Мы решили подзабить на белок и спуститься к реке. Вдоль этого замечательного кемпинга. Конечно, было с мусора, как всегда. Не налажено, так все. Вообще идеальный кемпинг. Уже слышно река внизу. Мы сейчас, видимо, будем гулять по большому каньону, вымытому как раз этой самой рекой, как я понимаю. Сейчас мы к ним спустимся и увидим, что там такое. Да, вот она.
течет. Большая речка. Красивая, чистая. Мы обнаружили вот такой вот дом внизу у речки. Не знаю, может, какой-то детский лагерь здесь был раньше. Для кемпинга, я бы сказал, слишком масштабно. А вот чистейшая горная речка, которая, очевидно, и промыла большой пункт, которую мы сейчас уедем гулять и смотреть, что это такое. Плющ-то? Конечно, да. Он плющик уже на дерево полез. Паразитировать. Да, вот такая вот чистая прозрачная река. Течет тут снизу. Красивая. О, а это жучки. Похоже, или пузырьки. Потом разбоют. На запись. Сейчас даже не вижу. Красиво. Чистейшая горная речка. О, кораблик. Вложил на место. Ну и правильно. Клич пионера, всегда будь готов. Вот чей этот домик. Он еще остался от советских времен. От пионера, видать. Забавно. Вернее, я не помню. Ничага, а как это называется, ты забыл. В общем, большой нарост на березе. Из таких делают всякие поделки. Нет, не чага, конечно, чагу пьют. Черненький гриб, а это я не помню, как называется. Ну что, айда по тропинке до машины. Тут даже были ступеньки когда-то.